В Москве 9 часов утра. Радио 13. www.radio13.ru. Жизнь прекрасна и удивительна. Утро со звуком. Не проспи. Главное – это утро. Да, друзья, важный совет всем и каждому: не проспать. Главное – это утро. Ну, у нас это уже получилось, и мы уже здесь. Да, Лейла Фишер, доброе утро. Костик Звук, доброе утро. Вот. И... как Денис Лазарев, доброе утро! Доброе утро, друзья! Проснулся тоже и уже успел нам поведать веселую историю про сегодняшнее утро. Нормальное утро у человека. На самом деле у меня так каждое утро. Я тоже в 4 утра выбегаю куда-то, а потом мама меня просто останавливает. Лейла, еще рано. Да ты лунатик. Меня некому останавливать, меня остановила темнота на улице и отсутствие людей. Ага, логика все-таки возобладала над тобой. Все-таки метров через 300 резвого бега она вернулась. А бежать ты далеко? Где живешь-то? Я живу на ВДНХ, ну, в общем... Ну, в принципе, нет, нормально. Нормально, нормально. Да, я как раз к 8 бы добежал. Трусцой нормально. Это даже не марафон. Это так, это так. Нормально. Нет, Денис, мы тебя в Химки посели, мы с Химок будешь бегать. Не надо, за что вы со мной так? Я же даже не опоздал. Нет, на самом деле, друзья, Денис Лазарев, телеведущий, что там еще, какие там еще ему присваивают звания, не знаю, достойно он их. Радиоведущий, ивент-ведущий, ведущий-ведущего. Вот это мне нравится, ведущий-ведущий-ведущего. Вот это здорово. Сейчас, подожди секунду. Ведущий ведущих, которые у тех ведущие. Ну, в принципе, так тоже вот, можно, так да. Так тоже вариант. Ну, если мы хотим еще запутать наших слушателей, давайте еще. Друзья, наши слушатели, дорогие, и радиозрители тоже. Радиозрители, сказал не просто, потому что вот раз палит. Так, а куда смотреть? Привет, страна! Привет, олимпийские, как слышно? И вон еще одна. Так что, друзья, радиозрители, присоединяйтесь к нам в видеочат на сайте yatv.ru/radio13. Регистрируйтесь на данном сайте, сервисе. И смотрите, Подожди, я в Твиттер сразу пишу, что там делать людям. А что там делать? Общаться, задавать вопросы. Я ТВ.ру. Так. /radio13. Это прямая трансляция на наше видео. Вот, но пока Денис пишет в Твиттер всем своим, что ура, я добрался до Радио 13, вы можете нам позвонить также, друзья, в течение 2 часов в утреннем шоу «Утро со звуком». 926-313-0013. Звоните, телефон свободен. Ну, а если вы в Питере, то 309-05-89, код города 812. Ну, а для тех, кто хотел бы потратить в районе 5 рублей, друзья, я знаю, у вас есть такое желание, присылайте нам смски, вопросы к Денису на номер 4345, в начале сообщения нужно написать «Радио 13» русскими или английскими буквами. Это не важно, друзья, главное, чтобы было слитно. Да, друзья, вот так вот, пятерек раз и нету. Так, и что у нас еще? Так, про видео сейчас сказали. Про телефоны сказали. СМС-ки сказали. ICQ! Ой, ICQ-шечка наша, 4131375, уже вот-вот зажжется. Вот, и... А еще пользуются этой штукой? Да. Серьезно? Причем да. Активно. Ты значит, такая штука хорошая, это вообще незаменимая. Километры сокращаются буквально вот до рукопожатия. Вот. 4131375, друзья, наша ICQ-шечка. И Skype тоже замечательная штука. Можно и позвонить, и написать нам можно. Radio13.ru. Ну или как Игорь Скриптон прислать опять нам цветы, ромашки. Да, ромашки такие весенние. Уже весна. На самом деле уже весна, друзья. С чем я вас поздравляю? Весна. Какой там сегодня апреля? Хороший вопрос, да. 12-й, день космонавтики. День точно, космонавтики точно. На дворе. Ого! А это, а что я сплю-то? Нет, все нормально. Сейчас все будет. Я просто помню, в 10.05 там есть один замечательный такой ролик. Я его поставлю. Что было 51 год назад, 12 апреля. Но это будет чуть позже, друзья мои, обязательно. Утро с Денисом Лазаревым, я надеюсь, будет зажигательно. Зажигаем, друзья. Меня просто надо периодически толкать, я же еще сплю, дыхание в бок. А сейчас Лейл умеет делать там хороший чай, вот, и торкнет, нормально будет, все будет хорошо. Ну давай, еще порекламируй меня. Рекламируй меня полностью. Нет, зачем просто так рекламировать? Она сейчас сделает вкусный, хороший чай нам всем. Там еще, по-моему, что-то было даже съедобное к чаю. Так много текста, друзья. Давайте к чаю. Сейчас до чая сначала объявлю тех, кого мы будем слушать сегодня. Однозначно, так это Майк Телла и вот, собственно, Носа. Так, что там у нас еще? Биф, гайз, я тебя бум-бум-бум. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум. Ага, так,
трека. Ну и вот нашел еще один замечательный трек из 90-х. Мы просто здесь все, в принципе, любим слушать 90-е. Вот, и это вот что сегодня. Друзья, вот так вот в ближайшие два часа вас ожидают гороскоп, день истории, киновести, много хорошего настроения, позитивчика. Прямо сейчас достаем его и отдаем всем вам. Денис, ты само согласен? Конечно же, я уже готов лучи добра посылать всем. Я несу людям солнце! Нет, давай вот так вот. Я несу людям солнце! Эффектно было, эффектно. Остерегайтесь подделок! Настоящее утро! Утро со звуком! Только на Радио 13.